Вот так вот, ребята, происходит обстановка. Князь Волконки. Это вот, где у нас умывальник. Вот так вот. В раковине для мытья ног. Это простые умывальники. И пошло, 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 пошло. И, соответственно, с другой стороны такая же хуйня. Ну, вот есть у нас тут туалет. Вот так вот завален. Нас завезли вчера вечером, вот так вот, даже посрать в смысле, блядь, пиздец, никак. Воды нет. Вот, вот такие вот у нас полы в казарме. Сейчас покажу, где должен стоять дневальный пороте, вход в казарму и тому подобное. Да, ничего страшного, пускай говорит. Вот. Вот так вот мы заходим в казарму. Тумбочка дневального пороте. Все вот, вот так вот, 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 ребята, да, вот так вот все показывает всем, что у нас вообще здесь происходит, нахуй, как мы живем, какие у нас условия. Я даже, если честно, блядь, со вчерашнего дня нихуя не жрал, блядь. Вот так вот мужики сидят. Мужики, можно, да, вот только, ну, лица не буду, там ноги. Положуху нашу. Нехуй тут делать вообще, не едьте нахуй сюда. Ни одного офицера не можем уйти, чтобы нам дал полный ответ, что вообще происходит. Один обритый, да? Как-то, как-то вот так-то. Вау, вау. Он и кут здесь, короче, здесь все, все тут. Так, сейчас покажу второй туалет, блядь, что вообще нахуй. В смысле, срать, сать, ходим нахуй на улицу, блядь. Где такое видано, блядь? Армия России. Вот наш штаб. Второй. Вот такая вот. А я вот, короче, зарублю